Алло, здравствуйте, девочка. Что? Это родильное отделение. Говорю, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Это я туда позвонила, в родильное отделение. Вы позвонили в приемный покой 6-го родильного дома. Да, точно. Девочка, у меня вот такая ситуация. Значит, я вчера приехала, и мне дали не своего ребенка. Куда вы приехали? Домой. Из роддома. Откуда? Из вашего родильного дома. Как вас зовут? Фамилия, имя, отчество Мария. Ваше? Шарапова Мария Алексеевна. А когда вы к нам поступали? Я к вам поступала ровно 2 недели назад. Вы на каком отделении лежали? На каком? На втором, ну, на основном. На каком втором основном? В смысле, девушка? Ну, меня завезли в какое отделение, в том я и была. Как вас зовут? Что, девушка? Скажите, Мария меня еще... зовут, господи! Сколько спрашивать можно? Шарапова, женщина, вы можете мне ответить? Инициалы ваши сказать? Девушка, Шарапова, я. Я поняла, что вы Шарапова. Инициалы ваши. Что за инициалы? По-русски говорите, девушка. Как это? Девушка, у меня имя, ребенка, отчество. Блядь, почему ребенка имя, дали мне инициалы? Имя, отчество ваше. Барышня, имя, отчество ваше. Девочка, верните мне ребенка моего, пожалуйста. Имя, отчество ваше. Я вам ракетку в жопу запихаю, дайте моего ребенка, умоляю. Имя, отчество вы можете назвать свое? Мария. Мария. Алексеевна я. Мария Алексеевна, дата рождения ваша. Девочка, вы нормальная? А вы сами слышите, что вы говорите? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что вам ответить? Дата 3 рождения. 3.05.1986. 1986. Да. Когда вы поступали сюда? 2 недели назад, девочка. Число вы помните? Девочка, 1 числа. 1 июня. Да. Смотрите, пожалуйста, поступала к нам первая. Пиздец, он еще и на украинском говорит. Это что у вас за дети такие?